Вот, друзья, и мы дождались северное сияние. Артур, я вижу его. Визуально глазом не очень берет. А вот через камеру, да. Загляни мне в камеру. Смотри, вот оно. А визуально есть. Оно не так ярко. Не знаю почему. Вот наш мост. И вот это северное сияние. Ребята начали выкладывать ролики в интернете. Я говорю, как так? Нам не позвонили, не сказали, мы никогда его не видели. Думаю, ну все. А вот оно. А визуально его не так видно, чуть-чуть розовинка. А если я подсветку включу? Не, подсветка не получается. Круто как. Ну, надеемся, что когда будет повторно, будет ярче видно. Мы думаем, что фонари освещают, и так не видно. А вот еще за нашей горой немножко виднеется. Видите, вот чуть-чуть. Артур видит какой-то звездопад, я не вижу. Мамка, звезды падают. Ты успел загадать желание? Я не вижу. Всем добра, всем счастья. Артур, ты увидел падающую звезду? Две звезды упали. Две звезды? Нет, три увидел. А ты заснял? Ну, должно быть видно на видео. Из-за того, что фонари, у нас отблеск идет и не видно остальных лучей. А так оно видно желто-сине-красные оттенки. Ну да, у нас, а мне больше, у меня больше зелено-красно. Я, наверное, у Артура попрошу, и мы скомбинируем с ним видео. У меня ж вертикально. Ничего, я добавлю и сравним камеры, какая лучше снимает. Но у меня не очень хорошо. Вот там, смотри, за гору еще видно красновато. Что, может, съездим в Малёй на гору? Ты думаешь, мы успеем это заснять? Ну, северное сияние, оно всю ночь будет. Ты думаешь? Ну да. Сейчас посмотрим. Да, друзья, у нас тоже видно северное сияние. Немножко заходит, но видно. Прикольно. Над городом северное сияние. Фонари мешают, отблеск дают. Круто. Все-таки и у нас есть северное сияние. Друзья, у нас северное сияние пробивается. Видите? Из-за того, что фонари светят, слабенько видно остальные цвета, но оно есть. И звезда полетела, еще звезда полетела. И звездопад идет, друзья. Это круто, оказывается. Мамка, звезды падают. Всем добра, друзья. Всем счастья в ленту.